это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать, Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли.